Когда мы осознанные родители, аглёта на бугьяна мазда, и когда мы слово расход меняем в себе, да, бу сарф хараджат, дойми хараджат, яна хараджат, хараджатларым копаеп кеты, да вот расходы, без остановки расходы, туда надо, это надо, да. Когда мы поменяем слово расход на инвестицию, да, бу расход созана, хараджат созана, инвестиция я алмаштаргианамас, да, и когда мы понимаем, что мы же осознанно без онлимску, да, нам родители не выделяли то, рубзагела, то нам сберешмаген, да, ну, потому что их как учили, улян кандагоргетишкен, они, те, если сравнить, да, я солштерсек, наши родители все равно же больше нам дали, чем сами, да, получали. Бзана ата-анамыз барыбыр озы огенге ниспатан бзаге копрал бералдыку. Правильно же, торма. То есть они же вообще не знали, что такое игрушки, да? Да их же не было еще. Ойнчоу деген шунча масалан умумам бомаген. Уляда. Правильно, торма. Вот. Они же уже нам хоть что-то дали. Намадур бос ям берешь-то. Вот теперь мы же не будем сидеть, да, с вами. Еще 100 лет, и я на юзил утрмимуску, вот мы ничего не видели, поэтому я детям своим тоже не буду покупать. Да, захши сакор магиамус, причем она фарзантларинге хшен сами манда утрмимуску. Это не работает сейчас, буишлямида. Сейчас дети, видите, какие они требуют, да, и они правы. Лиги фарзантларимус хазат талап кылышки вот валышкен, да, у людей да тору кылышватышыны. Потому что если сейчас они не требуют, не делают истерику, да, талап камаса, истерика камаса, мы не поспеваем, мы не понимаем, что это нужно. Вы керелигин чунмяпмас, да? Уже берешь керелигин чунанмяпмас. И поэтому они через вот такие истерики нам показывают, что это важно, купи, да? Бумухом оген, то есть ты мне инвестируй, да? Манги инвестиции оген, я тебе верну, масанге кайтараман. Я через настроение верну, через любовь верну. Кефет аркали кайтараман, севге аркали кайтараман, да? Я на спорт пойду, да? Спортке катнап кайтараман. Когда я вырасту, тоже буду покупать себе, да? Котта богем, да? Шунака нарсаран сангем оберман. У меня это включится, буманда йокалады, потому что ты мне это дала, да? Чунки сам манге бы наберли. Понимаете, да? Поэтому это очень важно, вот это вот. Они, у них уже терпения не хватает. Для нас, для взрослых, уляна уже. Она касает микетвата, да, сабра бзаучун, бзакотталучун. А мы еще, кто видел советское время, да, союз поэтену коргенля, тем более, да, мы, например, я видела советское время, да, я 83-го года, ман саксаучун чильма, ман союз поэтен яхш коргенман, да. А кто 90-е тоже постсоветское пространство видели, да, то есть мы видели еще дефицит. Тохсонынчы елда тоғылгенлі, слем союздан кейінгі давыры көргенсілі, яны дефицит давырларыны, да, етішмоучілік көргенсілі. И поэтому, а эти дети, они это не признают, уля унатамамиды, им не интересна блокада Ленинграда, уля ге Ленинград блокада сказыгмас, им не интересно, что наши бабушки, когда хотели сахар, кушали свеклу, да? Улеги кызыгмаз бзан бу уларымыз, шакер егиски генде, лавлаги егене, да? Им это все не интересно, улеги бу умман кызыгмаз. Поэтому очень важно, вот, например, кто у нас, если есть разведенные, да, масалам бзада хазар аджиралшкен айолла боса, вот, скажем, ваш муж вам деньги дает на ребенка, да? Дилики с за трумшортагыз пул берват фарзандызге, да? Вот, и от деньги, которых, вот те деньги, которых вы получаете от его папы, да? Адасадган оген пулларизден, обязательно вы должны выделить ему сумму и сказать, вот такая сумма для тебя, да? Адасадан оген пулларизден, албатта онге малум бар пул мухтарна ажиратшискерде, вайтишкерек мана шу пул санге. И вместе зайти в магазин, да, если он маленький еще, кичкина боса, барге кырып магазинге, дать ему волю, чтобы он все выбрал сам. Эркинлик бешкерек, ухаммасын озы танласын. Что он выберет, то он выберет, нама оса шуна оляды. И он на своих ошибках будет учиться, озана хаталарда оргенады. Потому что каждая его ошибка – это инвестиция на будущее, да? Он харбар хатасы, келеджиге буген инвестициясы. Он сегодня купит 10 сникерсов, бугун куруп 10 сникерсов оварады, да? И всем раздаст, да? И хамаге таркат варады.
Но он в течение месяца поймет, что Брай и Чедачу на таки, что можно было что-то туда добавить и не раздавать, да? А зато я месяц игрался бы. Шо сникерсы яныге тогончак курсам боларекен, таркатыши орныге, зато Брай ойнардам. То есть вот он каждый раз будет понимать, да, и расти. Он обязательно должен ошибочно тратить деньги, так и как вы. У альбатта пулли хатоге кеткызышы керек, худы сізге оқшар, да? А хато бу айнан асоси тажриба, да? Именно вот эта ошибка и есть основной опыт. Вот мне очень нравится, когда если в школах, да, детям дают все время в карандашах писать, да, в простых карандашах, оди каламборку, шнак каламда язышке берса, мактапта манге шу йокада. Вот в Турции, я в Германии видела, кажется, и в Америке так. Америкада манамча шнака, Германияда коргенман, а Турцияда шнака каламда язышады. Знаете, да, почему была сизнеге? Потому что их можно стирать. Яни учрыш мумкин. Это означает, ребенку дают делать ошибку, да? Бу дегени фарзандга хато қилишга рухсат беришади. Понимаете? То есть можно ошибаться, стереть и заново написать. Яни адашиш мумкин учириб ва бошидан язиш мумкин. Да, вот сейчас я тоже слышала, что частные школы переходить начали в Узбекистане. Узбекистанда хусуси мактабда ўтиши бошлаганини эшитдим. Вот это вот надо 100%, чтобы все перешли. Юсфуайз отшкена джуда яхши, потому что ребенок будет разрешать себе ошибаться. Фарзанд озиге хато қилишга рухсат бериши бошлайди. Он начинает понимать, ну это нормально. Нормально ошибаться, да? Адашиш нормал холат. Ну ошибся, ну стер, заново написал, да? Адашдин очердин башкатан яздин, да? И вот так вот ваши дети, когда начинают покупать какой-то мусор, да, мусор нарсаны кутарып кирип кесем, да, ахлат нарсаны сатып алып кесем, уйге то, что он купил, да, это все. Это очень важно, да, для него. Это его расходы, он должен сам делать эти ошибки и сам пройти. Узы буляна кылып, уз хаталаны узы отшиш керек. Но ошибок не существует, это вы знаете, да? Лекин хата мавджудмас, сіз оны білесіз.